Вспоминать о страшном не хочется. Сознание задвигает в самый дальний уголок памяти, все темное и ужасное. Даже если это было детство. Детство, которое всегда стремится к свету, игре, радости. В какое бы время оно ни сложилось. Только было грустно, весело в небо. Жили трудно, тяжело. Учились в школе, вот носить даже было не во что деваться. Особенно вот в этом половодье мы, значит, ходили в валенке, а на валенке сами делали колодки высокие и ходили в школу. Очень голодали, я говорю, по весне мы, значит, собирали мороженое, картофель. Ее толкли в ступе, а мать из этой же картошки, как муки, пекла нам лепешки. Ну, у нас на заводе работало 4 поколения. Бабушки, дедушки, свекор, муж, мама, папа, дочки мои. У меня 2 дочки и 4 поколения у нас работало на заводе. Но самые такие старейшины – это бабушка и дедушка. Начало. Работали они на военном производстве во время войны. Мама, папа, они после учебы в ФЗО пошли тоже на завод работать, тоже в войну работали. Но они работали, конечно, сверхурочно, особенно в войну. Чуть-чуть перекусят и опять работали. Даже бабушка ранила в руку, был такой случай просто на заводе. Задремала, упал вот этот пуля, упала и сработала, и попала в руку. Была ли возможна победа без боеприпасов к стрелковому оружию? Заместитель народного комиссара вооружений СССР в годы войны Владимир Николаевич Новиков вспоминал: «Враг приближается к патронным заводам, расположенным на Западе. Может наступить патронный голод. Надежда на один самый крупный завод, который находится в глубоком тылу на Волге. Это предприятие одно способно выпустить миллиарды патронов в год». Работа эта была, конечно, непростой. Дело в том, что металл обрабатывался очень ядовитыми веществами, в том числе и цианистым калием. И особенно летом, когда окна, сами понимаете, светомаскировка, окна задраены линолеумом, или точнее рубероидом, и была страшная духота, и пары кислот, вот этих щелочей, они разъедали любые поверхности тела. Глаза слизистые действовали на желудок, на легкие, зубы желтели. Это было, конечно, очень тяжело. Можно ли было вообще победить такого вооруженного до зубов противника, как фашистская Германия, да, голыми руками? И, конечно, ответ – нет. Поэтому вот именно наши боеприпасы, особенно в первые годы войны, когда были разрушены, оккупированы, окружены или просто на линии огня патронные заводы, у нас их было несколько, но наш завод был единственным, который бесперебойно давал патроны. Им было главное – это выпустить как можно больше продукции для как можно быстрой победы. Вот была их цель такая. В
Соседка деда и бабушки, тетя Таня, рассказывала. Опаздывала минут на 5. Бежала так страшно и сильно, что дыхание сбивалось. Падала, поднималась и снова бежала. Опоздала. Ее арестовали за это и судили. Но Бог упас. Родина через тире – это мать, а отечество – отец, потому что это единое целое для каждого человека. Так думали наши предки, и так они жили тысячи лет на нашей земле. А вот сохраним ли мы вот это величие?